Коллегия ЕК накануне одобрила глобальный кооперационный проект в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли. Беларусь является одной из стран-участниц Евразийской технологической платформы, благодаря которой стала возможна разработка документа. Межгоспрограмму намечено реализовать с 2021 по 2025 годы. На первом этапе предстоит объединить действующие перспективные группировки спутников стран ЕАЭС. На втором создать единый информационный портал. Всего на орбитах летает примерно 500 спутников, занятых дистанционным зондированием, а уже в этом году планируют увеличить их численность до 1300. Благодаря данному проекту уже совсем скоро к ним может присоединиться евразийская группировка.